Шлагбаумы во дворах могут исчезнуть, правда, нововведения затронут не все установки, а только те конструкции, которые некому открывать, если, например, приедут пожарные службы. Такой законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года. До этого времени гражданам нужно побеспокоиться о своем шлагбауме и сделать его безопасным, чтобы за конструкцией ежедневно следил консьерж, либо председатель дома, или переоснастить его дополнительной кнопкой специальной для МЧС. Если жители ничего не сделают и проезд для пожарной техники будет затруднен, сотрудники МЧС вправе демонтировать шлагбаум. Если жильцы не предпримут никаких мер для того, чтобы данные аварийные пожарные службы беспрепятственно проезжали через шлагбаумы во дворы, либо проезжали через них, то, соответственно, будут штрафовать, привлекать к административной ответственности, это граждан от 2 до 3 тысяч, юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. При наличии во дворе зданий шлагбаумов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, собственниками или другими ответственными лицами должны быть приняты все меры по соблюдению требований пожарной безопасности. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.